Когда рассуждаешь о правах женщин, иногда слышишь самый аргументный аргумент. Слышь, что ты все выдумываешь, тебя просто не ебут. Да, меня сегодня не поебали. И именно поэтому я хочу, чтобы женщинам всего мира перестали отрезать клитор и говорить «сама виновата». Да, я просто давно не трахалась. И именно поэтому я хочу, чтобы женщинам перестали навязывать обслугу материнства и замужества как единственное счастье всей жизни. Да, я просто не ебаная мужа-ненавистница, потому что хочу, чтобы женщин судили по достижениям, а не по внешности, как это обычно бывает у мужчин. Да, у меня просто мужика нормального не было, потому что я хочу, чтобы за побои сажали, а не посылали домой с фразой «когда убьют, тогда и приходи». Да, я просто жирная и страшная неудачница. Поэтому я хочу, чтобы все вокруг перестали считать, что женщины не способны снимать достойные фильмы, писать достойные книги и зарабатывать своими мозгами. Да, я умру среди 40 кошек, которые съедят мои глаза. Потому что я хочу, чтобы все страны мира разрешили женщинам водить машины, распоряжаться своими деньгами, делать аборты и получать любое высшее образование. Да, все это только из-за того, что я не буду. Не все в этом мире сводится к хую.